three Soviet commanders are meeting at Davialo-Calais. The mission is to eliminate all three. How you do it is up to you, boss. Good luck. I've sent the target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. Take a look. Алексей? Михаил? Капитан, спасибо, что проделали столь долгий путь. Не за что. Я хотел побеседовать с вами с глазу на глаз. Попросить совета. Is that him? Take a good look at their faces so we can ID the targets. Всем статьям, а мы даже не знаем, где он прячется. Самый важный вопрос на повестке дня. Рапорты о пропавших бойцах. Вы думали, что они дезертируют? Нет, пока это только теория. Но, скорее всего, солдат похищают душман. Чтобы выпытывать из них информацию. Это зверьё. Психологическая война. Я хочу ударить по их главной базе. А пока мы можем только латать дыры подкреплений. Значит, к нам перебрасывают подкрепление из России? Точно так. Нашему батальону отдадут приоритет при распределении новобранцев. Ваши аванпосты тоже усилят. Вы сможете ударить по врагу гораздо сильнее, когда ваши люди его обнаружат. Это воодушевляет, капитан. Остается вопрос. Как противнику удалось похитить стольких солдат и не засветиться? Вы не доложили о том, что... как один солдат... летал. Его привязали к воздушному шару. Воздушный шар? Это какое-то новое оружие Запада? Не придавайте большого значения слухам. Факты помогут нам найти решение. Товарищ капитан, разрешите внести предложение? Разрешаю. Это ни в коем случае не решит нашу проблему. Но я бы установил мины на наименее защищенных отрезках периметра. Это, по крайней мере, помешает противнику. Да. Мины можно прикрыть слепые зоны, перелески, а также тропы, ведущие в обход аванпостов. Именно. Разрешаю. Выполняйте. Спасибо, товарищ капитан. Я отдам приказ установить мины, как только вернусь на базу. That's the target. Looks like we found him. Subject
Target extracted. Only one left.